В ночь с четверга на пятницу из кладовой, расположенной в подъезде девятиэтажного дома на улице Запарина, неизвестные похитили колеса от «Мерседеса» стоимостью 50 тысяч рублей. Помимо этого, воры прихватили еще и сумки со строительным инструментом. Злоумышленники похитили буры для перфораторов и удлинители. Все украденные вещи принадлежат жителю этого же дома. Хабаровчанин, как и соседи по площадке, хранил имущество в хозяйственной комнате между 8-м и 9-м этажами. Летний комплект авторезины на литых дисках он оставил здесь еще осенью. Кража, по мнению мужчины, была совершена в час ночи. Хабаровчанин еще не спал и слышал в это время подозрительно частые передвижения лифта со своего этажа вниз. При этом шума взлома хабаровчанин не отметил. Открыть деревянную дверь кладовки мог бы и школьник. Она снабжена ручкой с весьма хлипким замком, используемым в офисах и межкомнатных проходах. Сегодня утром я зашел, подошел, думаю, что такое? Аккуратненько открываю дверь. Там стояли колеса 4 мерседесовских. Их нет. Поснимали все. Злоумышленники забрали не все вещи, хранившиеся в кладовке, вероятнее всего из-за сложности их перемещения. На лестничной площадке люди обнаружили кожаную перчатку. Возможно, ее оставил здесь один из воров. Хабаровчанин обратился за помощью к полицейским. Мужчина предположил, что преступники могли украденное спрятать в этом же подъезде. Горожанин сделал такой вывод, опять-таки припомнив ночные перемещения лифтовой кабины. Ему показалось, что она доезжала не до первого этажа, а останавливалась где-то посередине. С места происшествия Анастасия Манина и Леонид Булдыгеров.